Твиттер Медведева. Официальный твиттер Медведева. Медведев Раша. Значит, читаем новости. Ухожу в отставку. Сына за действия правительства. Простите. Уточню, это не шутка. Наши будущие пенсии, на которые позарался Сечин, уже отдали на Крым и другие проекты. Вы думаете, я вялый сегодня, скажут. Что-то там важное. И вы думаете, я сегодня скажу, что-то там важное, сомневаюсь. Вот сижу тут, а сам думаю, она, я. Мы можем вернуться в 80-е годы. Это печально. Если цель моих коллег в этом, то она скоро будет достигнута. Российские граждане должны страдать из-за проблем восприятия здравого смысла верховного руководства страны. Крым не наш. И все-таки мы подумаем о запрете электричества, так надежнее. И с пенсиями, конечно, зря. Один Беляков против высказался, остальные...